Ребята, всем привет! Сегодня пятый день уже, жив-здоров. Так что, думаю, все пока нормально. Если я уже выхожу с вами на связь, значит, это уже немножечко радует. Я, как всегда, в одежде, сплю в одежде, потому что невозможно спать раздетым, так как каждый час, каждые 2-3 часа может засвистеть сирена, и все надо бежать в бомбоубежище. Взрывы были по Черкасам. В общем, тяжко все. Сейчас хочу сделать чай. И как раз поговорим с вами. Сейчас буду выходить на улицу. Проверим, что за ситуация в городе. Прохладно, но вроде бы снега нету. Погода хорошая, сейчас я буду выходить. Сейчас Виталик выйдет, на машине приедет. Мы встретимся, походим по городу, посмотрим, какая сейчас обстановка. Сильно в основном снимать не буду, потому что сейчас каждый, кто снимает, это подозрительно. Еще одна такая нехорошая новость. У нас уже не курсируют автобусы в ближайшие города. У меня там девочка моя с ребенком, так что я не знаю, как нам увидеться. Я хотел ее забрать сюда, ребят, но непонятно уже, как вообще добраться и когда мы с ней увидимся. Везде опасно, страшно. Что вам хотел сказать по этому поводу? Прохладно. Прохладно, реально прохладно. Не знаю, как ее забрать. Будем что-то решать. Ну, на танке надо ехать, скорее всего. Ну, это юмор, конечно, но есть хочу, не знаю, что. Сырок съесть, колбасы. Наверное, сырок съем. Ничего готовить не хочу, ребят. Вообще ничего не хочу готовить, да. Как это все уже заболтало. Башка болит. Продуктов уже нету. Сейчас зайдем в магазин и посмотрим, что на пятый день войны вообще есть или нет. Ну так, свежо, ребят, но уже весна, снега у нас нет. В Харькове вроде бы еще снег лежит, я смотрел. Видите, сколько мусора? 3 пакета насобирал, сейчас надо это все выкинуть. Есть в городе, сейчас проверим. Виталик стоит. Ну, смотрите, сколько машин. Пока все тихо, люди ходят. Движуха есть. Окей, людей. Ну что ты, братанчик? Как дела? Прячешься по подъезду? Нет. Нет? Нет, вилы еще. Это только я, наверное, прячусь. Вилы? Блин, ну движуха нормальная, машина чем нормальная. Нет, люди собираются. Территориальная оборона записалась такое количество людей. 100 тысяч человек, да? Ну, у нас всего. Уже место, нет, ну не то, что место нет, уже такое количество. Людей много. Да. Сейчас ходим в магазин, посмотрим. 5 раз самолет, 5 самолетов слышал. Я знаю. Три взрыва в Черкасах, короче. На маску одела. Блин, как я еще на машине уже поехать. Кстати, надо сейчас перезвонить, что там с тачкой, блин. Окна где? Ты заклеил окна? Дома? Не, у меня скотч нет. А ты что, заклеил? Нет, я ничего не успел, мне надо. То надо сейчас скотч зайти купить. Нет, скотч мне нужно времени не было. Блин, а тут очередь, как всегда. Движуха. Ты будешь это покупать? Сейчас думаю. Хлеба. Ну все равно в магазинах очередь, я тебе скажу. Люди покупают. Ну фрукты есть. Фрукты есть, вода вроде то. А, воды нет, ты посмотри, полностью пусто. Ребят, забрали всю воду, короче.
Пусто тут тоже нету. А-а. Все пустые полки. А ты можешь Блин. Слышишь, воды вообще нет. Ё-моё, бля. И круп тоже нету. Да ты шо, бля. Здесь тоже пусто. Ну ты прикинь. Не сей панику. Да чё ж панику, я говорю как есть. Да прикинь. Ого. Ё-моё. Молочное тоже выгребли. Молочного тоже нету. Все пусто. Тоже все пусто. Ого. Тебе надо? Да у меня есть, я его даже еще не съел. Ну хоть хлеб есть, это самое главное. Хлеб. Да, хлеб есть. Может булочки какие-то, если есть. Они можно достать, если. Да ты смотри, здесь вообще все пусто тоже. Ё-моё. Охренеть. А как же покупать жрать? Что хавать? А ты смотри, даже собакам котам разобрали все. Здесь же котячьи. Угу. Которая по 82. Слышишь? Пишут, что это Черкасы, Черкасский район Смело. О, сирена. Сирена. И этот написал. Смело, район Смело особенно. В Черкасы написали. Ребят, слышите, блин, тревога снова. Именно на Смелу. А что, написали Смело? Прям Смело, с Кичком, с Кичком написал. Это же самый это. Черкасский. Ё-моё. Ребята, вы все слышите тревогу. И вот так вот, блин, а у нас. Полночи. Полночи. Ё-моё, блин. А что ж делать? Подвал надо валить, блин. Но оставаться нельзя, ветер. Пошли ко мне, короче, тогда. Подвал. Ну а что делать? Я машину перегоню. Поехали, перегоним машину. Тебе во двор. Ко мне поставим, погнали. Короче, пошли, потому что это будет долго. Блин, да что ж такое? Ну или в машине можем посидеть. А? Слышишь? Кошмар. Пипец. Тут так громко слышно. Женщины бегают. Пипец, бля. Там люди бегут, ты посмотри. Это кошмар, бля. Бегут? Угу. Кошмар, бля. Ё-моё. Там бегут тоже, бля. Ой, слышу, что это очень такая длинная тревога, затяжная. Да вон туда прям, блин, машину и ставь, наверное. Те или не, ну да, мало ли. Будем в небо смотреть. Женщина побежала. Ждать, пока прилетит. Шмар, бля. Сука, блядь. Когда своего у вас сдохнет, а? Да я не знаю, урод, бля. Нельзя так говорить, блядь. Ну нельзя, ну, но если оно так и ну, есть. Ну полмира уже этого ждет. Пол? Весь? Да весь. 198 стран против, там вообще все страны. Сука. Желаю, чтобы она сдохла уже, бля. Нельзя так говорить, грех, ну. Ну грех, ну, блин, братан, блин, тут наши семьи, наш дом. Да, он. Весь мир, бля. Он сам утопает. Такая маленькая украинка, блин, а ты посмотри, как мы, блин, одержимся, щепят. Да все охреневают, блин. Ох, пацаны наши, так, сейчас она выйдет, он, да? Да выйдет. Ребята, сейчас послушаем. Русские солдаты. Это русским солдатам. Русские солдаты. Все, кто хотят жить со своими семьями, детьми, а не умирать. Мировое IT-сообщество Anonymous собрало 1 225 043 000 рублей, чтобы помочь тебе. Мы выкупим твое снаряжение, оружие, предоставим амнистию и любую валюту на счет или в биткоинах. Выходи с белым флагом и скажи
Миллион. Ты хочешь жить или лежать в чужой земле? Русские солдаты. Так ты понял? Солдаты. Это по миллиону рублей дают. Тот, кто поднимет белый флаг. Ни хрена себе это. Это хакеры сделали. Ну правильно сделали. Анонимус. Молодцы. Сейчас же им разрешили в Украине официально на время войны работать. В России же интернет запрещен, ну, ограничивают. Они не узнают. Ребята, пока есть возможность такая, вот смотрите, хакеры все-таки насобирали денег и сделали вот такое вот предложение каждому сыну русскому, отцу, брату, другу, чтобы он не воевал, не умер на нашей украинской земле, не предлагает вон деньги. 1 миллиард чем-то. Вот каждому, я так понимаю, что миллион. Если кто выходит с белым флагом и говорит миллион, выплачивают деньги, оставляют жизнь. Вы представляете, насколько? Блин, я такого еще не видел. Но это в России будет преследование. Потом? Конечно. А они же анонимно сказали, ну, они гарантируют полностью все. Да. Не, ну им нельзя возвращаться. Им они тогда... Они должны так... другую страну прятать. Наверное, мне тоже кажется. Ну, представляешь, он возьмет миллион, его уже будут встречать, вот чтобы там... чтоб забрать этот миллион, чтобы его родственников прищемить. Там же любят... Но все равно, я тебе скажу, это очень выгодно. Ну да. Но нахер умереть здесь? Пацаны молодые, умирают по 19 лет, тупо умереть. Даже нахер брать этот миллион, просто положи, развернись. Я не хочу убивать, все. Развернулся, пошел домой. Смотрим, как там обстановочка. Церквушка, Господи, сохрани нас всех. Да я маску даже не буду одевать, потому что она сейчас ей особо и не нужна. Пошли посмотрим, крупы есть. Ё-моё, печенья нету. А, капуста. Здесь же постоянно, понял, капуста была. Пипец, блин. Где все? А не, горох есть, смотри. Горох есть. А? Горох, вермишель есть. В принципе. Тут все пусто. Ну хоть горох, может гороха взять? Я взял. А? Возьми себе, если хочешь. Вермишель? Этот, ну, там я вроде... Нет, блин, можно взять. Друзья, поставок, говорят, больше не будет. Этот последний вообще, что есть. Это... Мишель, Виталия взял. Да, последний забираем. Ну мало ли, что оно может быть. Мало. Ох. Хулиганин. Хулиган ты, Виталий. Я тебе говорю, самый настоящий. Я не хотел. Ай-яй-яй. В угол тебя надо поставить. Оу, сколько я набрал. Все. Все, спасибо. Закупил вот такие вот два. Два чемодана. Пакетов просто нету. Ты видишь, все раскупили. Да. Ну хоть еда одну. Да? Да-да. Хоть что-то, потому что поставок нету. Не везут к нам нифига, дороги перекрыты, везде война. А это уже страшно. Ребят, так давление поднялось, голова болит ужасно, что не знаю. Аптеки таблеток нету против давления. Я только недавно об этом говорил. Поднялась. Фух. Внутричерепное мне. Взял такое, скупил легенькое, не знаю. Молока надо было обязательно брать. Говорят, поставок больше не будет. Никто не знает, когда это будет. Ну что, все реально печально. Взял перепелиные яйца. Обязательно, если есть у вас возможность, пейте. Они хорошо усваиваются в организме. Пшеничная. Рис взял. Вермишель взял. Сладкое взял. Было. Вот такие вот штуки. Ну такое. Это нечего показывать. В общем, какую-то. Такие я еще не ел. Не пробовал, взял сгущенку, мало ли, взял сыр, ну и все, и еды себе набрал, отбивные, капуста, греча. Ребят, снова, вы представляете, а?
Снова тревога, да твою мать, блин. Да сколько ж можно прятаться уже? Хорошо, хоть телефон заряди. Бомбят, ребят. Ё-моё, бомбят. Блин, господи. Фух. Господи, спаси и сохрани, я охренею. Ребята, это ужас какой-то, честно. Бомбят, были взрывы. Господи, во имя Господа Иисуса. Дай Бог, чтобы было все нормально. Не дай Бог ощутить вам то, что ощущаем мы сейчас. Я представляю, как страны пришли. Израиль. Это другие воинственные страны. Что там, Ливия еще была, да? Сирия. Донецк также пережил. Это все точно так же. Это очень страшно. Ребят, самое интересное, что здесь лежит грязная туалетная бумага. Спички. Есть спички. Да. Мало ли, может быть, это все пригодится. Интересно. Здесь какие-то пластмасски, но это не нужно. В принципе, ничего такого больше нет. Сюда, наверное, надо какие-то консервации снести, чтобы еще это было возможно перекусить или купить сюда отдельные продукты, поставить. Я еще-то дурак не подумал. Еды, воды сюда нанести. Ребята, там тревога, пипец. Там именно тревога. Самое интересное, что тут очевидно, никто не задумывался, что весь мир наблюдает за этой ситуацией в нашей стране. Весь мир видит, что здесь происходит. Весь мир поддерживает Украину, маленькое государство, маленькую точечку, вот такую вот маленькую точечку. Миллионы людей наблюдают за этой ситуацией, что у нас в стране. Миллионы людей поддерживают нашу страну. Практически все страны мира объединились и поддерживают нас. Практически все страны мира выходят с флагом нашего государства. Ребята, ну это же не просто так. За нас стали все самые крупные державы мира. И получается, мы маленькие. Маленькая Украиночка среди всего мира. И мы смогли переубедить всех. Всех, полностью всех, самых лучших, самых, я не знаю, умных, самых великих держав, самых экономических держав. Китов таких вот. Мы маленькие такие вот наркоманы, нацисты, бандеровцы, которые держат во власти весь мир. Вот это мы. Как же можно? Как же это у нас получается? Я не знаю, ребята. Вот вам и правда, чтобы вы понимали. Задумайтесь, почему весь мир нас обожает, но нас только не любит одна страна. Почему так? Задумайтесь. Больше любить и уважать свою страну, этот сплоченный народ, потому что считаю, что мы стали одним целым, стали одной большой нацией. Наша страна — это, как описать даже нашу страну, Украину, это как, знаете, как одним словом, если описать мою страну, это наша страна, это когда дети засыпает песком вражеские метки.
по которым ориентируется враг. Наша страна – это когда цыгане воруют бронетранспортеры врага. Наша страна – это когда бомжи предлагают свою помощь территориальным оборонам в помощи поиска бутылок для коктейлей Молота. Это и есть наша страна, ребята. Это когда мы все объединяемся. Наша страна – это когда местные гопники забирают БТРы врага на районах нашего Киева. Вот что значит наша страна, ребята. Мы одно целое, одно маленькое государство, которое смогло противостоять, как кажется, как считали, самой сильной армии мира. Видите как? Это наша страна, ребята. Я уже не знаю, как вам говорить. Это наша страна. Я очень горд тем, что я живу в Украине на самом деле. Раньше я так не считал, но сейчас я это понимаю. Очень сильно понимаю. Хочу поблагодарить все страны Евросоюза, все страны мира за то, что вы боретесь за нас, за то, что вы какие-то пикеты, лозунги делаете в своей стране. Это очень заметно и приятно. Ребята, сегодня Израиль, я знаю, 20 тысяч человек вышло. Сделали такую акцию протеста за нас. Грузия, вы сделали акции протеста. Петербург в России делает протесты, акции. Я знаю, чем это закончилось. Вас там ломают всех. Президент Медведев сказал, вообще смертную казнь вам надо, типа на измену Родины. Я смотрю, да, вас очень серьезно. Но вы все равно стараетесь. Спасибо вам. Спасибо каждой стране Евросоюза. Я знаю, что сейчас десятки стран мира, Дании, там, я не знаю, Литвы, Германии, Грузии, там вы даете своих, Англии, своих бойцов, я знаю, добровольческие батальоны едут к нам в большом количестве, даете летальное оружие, это впервые в мире Евросоюз нам дал. Спасибо огромное, мы защищаем свое государство. У нас нет выбора, у нас просто нет выбора, когда к нам пришли забирать нашу страну, пришли убивать наши семьи, наших детей, наших матерей. У нас разрушенная страна, вы поймите это. Я не виню, я не оскорбляю русский народ, российский народ. Не имею права, так как вы ничего не сделали плохого. Виноват ваш долбоёб президент. Вот и все. Я не хочу винить больше никого. Вы знаете, что у нас нет выхода. Нас захватывает, и нам приходится защищаться. И не держите вины, то, что нам приходится убивать ваших детей, да, ваших друзей, ребят, которые даже не знают, почему они сюда ехали, молодые парни. У нас нет выбора. Нет выбора в Украине, так как мы защищаемся, ребят. Мы просто защищаемся, на нас напали. И хочу еще сказать одно для всех тех, которые до сих пор считают, что нас приехали сюда спасать. Для всех тех, которые еще зомбированы. Для всех тех, которые оскорбляют. Оскорбляют меня, мою семью, мой народ, мою нацию. Я вам хочу сказать одно. Идите нахер. Просто идите нахер и не будьте на моем канале видео Baby Life. Я не буду даже просить прощения у тех, кого я просто послал. Я послал тех, которые угрожали мне в комментариях. Говорили, что моей нации, моей семье, моему народу будут вырезать кишки, как придут сюда в страну, что мы ответим за каждое слово, мы бандеровцы, мы наркоманы, мы ганнибалы, да, мы едим детей, вы же считаете так, мы режем детей, мы сжигаем младенцев, вот что о нас думают. Ваш президент, ребят, не верьте, будьте умнее.
Проверяйте информацию. Сейчас везде нет правды. Как ни на одной стороне, как и на второй. Проверяйте информацию. Я вас прошу. Тем, кто до сих пор в розовых очках, отписывайтесь от канала. Вам здесь нечего делать. Здесь только те, которые понимают сердцем и душой. Если бы ваш дом пришли люди и бомбили вас ракетами, что бы вы сказали на них? Вот и ко мне в дом пришли с ракетами. И вы думаете, я с хлебом и солью встречу их с радостью и с улыбкой? Да я буду ненавидеть их всю свою жизнь. Дети рождаются в подвалах, в метро. Вы представляете, это в генетике уже будет занесено у ребенка. Ребенок родился в войне при таких условиях. Но я скажу одно, что тяжело говорить с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами. Я не буду этого делать, не буду опускаться ниже. У каждого своя правда. И надеюсь, вы проснетесь. Те, кто до сих пор думает, что нас тут освобождают, нам помогают, и мы все тут бандеровцы, вы когда-нибудь проснетесь и поймете, что, о чем я говорил. Я понимаю, что мне тяжело говорить с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами. Я не буду опускаться ниже, понимаете, этого. Я надеюсь, вы когда-нибудь поймете и проснетесь от этого всего ужаса и поймете, о чем я говорил. Если вы до сих пор думаете, что нас здесь освобождают, нам помогают, то, что мы все бандеровцы, наркоманы, фашисты, что мы едим детей, не знаю, сжигаем людей. У каждого свое мнение. Слава Украине!